давай, прям по балдеи, на! Ага. Привет, Витёк здесь, и это снова Angry Birds Classic. Мы продолжаем. Кто не видел первую серию, обязательно посмотрите. Мы там вспоминали физику игры, ломали тут глаза, ломали свиней, точнее говоря. Выдавливали им глаза балками, роняя на них и так далее и тому подобное. Вот, мы дошли до второго мира, точнее говоря, второй части первого мира. Да и поехали. О, там утки. Погоди, тут утки появились. Утки и свиньи во льду. Ох, сейчас пока я вспомню, как я тут играл, как я тут натягивал, что я тут делал. Ну, пойди здесь, надо вот так вот, навесиком. И... А по-хорошему, наверное, надо вон ту хрюшку, которая справа. Скорее всего, нужно ее сбить как-то, чтобы она упала. И вот этот бетонный куб, скорее всего, падает, тут все раздавит. Не попал! А где я яйцо нашел? Ну ладно. Я думаю, это две звезды будет. А на большее мы не рассчитываем. Облом — это одна звезда. Ну-ка давай. Есть попадание! Ну кирпич, ты должен был по-другому работать. Я планировал, что... Это неправильный кирпич, он делает неправильное все. Ну ладно, одна звезда тоже прошел на самом деле, да? Пошли в третий сразу. Ого, вот эта конструкция. Ну по-хорошему, если сильно ударить вот сюда, оно все туда завалится. Но я не уверен. Начать с нижних пацанов. На! Хорошо, кстати. А теперь давай в верхнего попробуем зафигарить. Рассыпься ты как-нибудь там. Покатился, пошел вон. Ну слушай, разобрал. Да хорош мне дразнить. И вот сюда прям. На! Вот прям как я хотел. Ну давай, где экшен? Где разрушения сумасшедшие? Бетонные балки, придави свинью, алло. Нет, не туда. А, о, ну. Так неудачно. Очень неудачно. Давай, прям по балдеи, на! С разворота, знакомо. По одной звезде. Ну, нормально. Одна звезда — это достаточно. Самая загвоздка в прицеливании, говорят. Да, согласен. Но вот здесь явно, смотри, нужно вон туда будет следующим ледяным. Как там ледяного звали, синего? Хорош, прям. Прям куда надо зашел. И вот сюда, вот сюда. Ой. Ой, хорош. В атаку! Кати! Мочи! Роняй, взрывай! Круши гусей, свиней, ломай. Оп, первый пошел. Чпоньк. Да и что он там забаррикадировался, я его теперь не вскрою оттуда. Придется заново играть. Вот так вот. Есть пробитие. О, давай! Разгонись, покатились, быстрее, сильнее, долби! Во, победа! Курятник в атаке! Ну? Как здесь три звезды получить? Я не знаю. Наверное, 50 тысяч надо было набрать. Видите, тут одной птицы проходится. В каком месте? О, бомбисимо! Черный, ребят, черный птиц. Как его зовут? Только не говорите, что его зовут Бум. Все, накидываем пацанам. Вот сюда прям. Эй. На! Смотри, как это плохо получилось, да?
А если прям вот так вот, смотри, в стенку? Вот Hello! А он в конце сам взрывается, да, все равно. Он клёв, мне нравится. Мне нравятся черные птицы. Красиво такое, бах. Бетон там разлетается, кучу очков получаем. Прям в стенку надо. У меня прям в стенку. О, 3 звезды! Воу! Отлично, взорвал. О, давай мне бомба туда сразу закинем. Хло! А чё это в каске его не накрыло? Алло, ты должен был взлететь на воздух. Мне теперь придется у отдельной птицы, что ли, взрывать. Боже, какой эпичный взрыв. Давай, шар идет в атаку. И прям на купол ему. Бах! Ха-ха, раздавил. Ну, клёво. Физика ж мизика. А, 3 звезды! Ух ты! 3 звезды это кто, генерал? Надо сначала желтое пробить, что ли? Как-то навесом вот так. Инкаминг желтый! Дэш! ХБДэш! Он же дэш? Дэш, ХБДэш? Ой, напишите еще раз, как каждого зовут. Ну, красный и ред, я знаю. Как зовут синего, желтого, черного? Промазал. Черт побери, ну тут можно было черным все порешать уже. Белая Матильда, супер. Итак, погнали. Но! Красиво так поставил. Поставил. Так. Эй, ты куда? Че скинулся? Погнал! Ух ты, классно! Ой-ой-ой! Даже бомб не понадобился! Капец, мощь! Не, ну это 3 звезды должно быть. Или тут можно одним, скорее всего. У меня сегодня поперло, по 3 звезды беру. Один за другим. Ну, желтый прям вот сюда напрашивается, либо вот сюда. Но если я вот сюда сбью, этот камень падает сюда. А вот если сюда бью, то этот камень падает сюда, и это хорошо. Снайпер, черт, ты куда посыпалась, алло? Ну окей, ладно. Ну тогда осталось только красным попасть прям по свину. Попасть? Ой, я не попал. Хоп, 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 держи! Еще в разные стороны так все разлетается, клево. Ну тут явно было не трип. Уровень пройден. Нифига себе, он запрятался. Ты че там залез-то? Ну, по-хорошему, надо вот сюда прям сажать эту птицу черную. Вы так и не сказали, как ее зовут, правда? Будет черная птица. Мне сказали, как желтого зовут, мне сказали, как белую зовут. А вот как черную, так и не сказали. Бомб его зовут? Бомб, хорошо. А синего как зовут? Но! Ха-ха, снесло! Но это не то, что я хотел, кстати. Я хотел по-другому. И вот-вот-вот-вот, правильно, правильно, правильно идем. Взрывайся. О, не пробило, ты смотри. Я думал, пробьет. Курлы. Ау! Ау! Копчиком! Копчиком об угол ударился! Синяя Тринити. Да, я понял. Как в Матрице. О! У него это гидравлический шок случился, он просто лопнул от счастья. Что-то часть кирпичей в космос, часть кирпичей еще куда-то. Вот она, победная. 3 звезды, получается. По-другому никак. Опять 3 звезды, заметь. Магия 3 звездия. 3 звездия. Ну ты 3 звездун просто какой-то. О, клубнички, что такое клубнички? Ну-ка, сейчас вот так вот.
Опа, опа. Оп. Да что, зачем ты остановила камень? Он должен был упасть на куб. Я просто не хватает возмущения. Игра, что ты творишь? Ахахах, прекрати. Как мне теперь этот камень запустить вообще? Во! На! Е! Ну это максимум 2 звезды. Здесь точно можно 2 птицами это решить. Даже 1. Да и пофиг, как говорится. О! Утка во льдах! Бомбиссимо будем устраивать им. Слушай, я хочу прям рядом с уткой закинуть. Мне кажется, это будет эпично. Кидаем прям рядом с уткой. Хопа! Мочи! Не хватило сил пробить это все. Ничего, мы сейчас еще раз туда накинем. Сейчас, погоди. Только как я кидал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И опять туда! И... Придется 3-ю еще туда засунуть птицу. Что-то я все положу и положу, в смысле, все выше и выше кидаю. Привет! Я знал, что он лопнет. Там стенка такая. Его просто и плющит. Привет, поросеночек. Но я теперь буду озвучивать все время так. Три звезды! Типа сначала лед сними, потом балки пробей, да, потом взорви, если что. Аж застыл немножко, подобрал скорости и на! Ну, неплохо вроде прилетел. Чуть-чуть еще поправее. Есть пробитие! Так, а теперь туда желтого запускаем. Эх, в лед попал. Не повезло. Минус 1. Давай. Оп. Такой звук. Оп. Слышали его, да? Я тоже слышал. Оп. Надо повыше. Бам. И давай кирпич его на голову. Ну, ну же! Ну давай, не стой, ну сломайся! На! Ну, тяжелая артиллерия. Бум. Ну, главное, хорошо на самом деле. Подумаешь, у нас не будет 3 звезды. Ну, даже подумаешь, и 2 не будет. Чё так? Чё тут падает? Слышишь, звук? Сойдет. Повезло, повезло. Так, это намек на то, что я должен сюда бросить? Или туда? Интересно. Давай попробуем сначала в ближайшую тебе кинуть. В очевидную. Типа теперь вот сюда черного надо класть. Как-то вот так. На! Дрой! Боже мой, черный это такая классная штука. Как он бахает, а? Накидываю. Уехал слишком далеко. Ну что ты на бок лег? Ну взорвись ты, свинопотам. Опять придется всех потратить. Ну и ладно. Бам! Взорвал. Это задница свиньи взорвалась. А, даже 2 звезды. 7-7-5-5-7. Прикинь, красиво как даю. Нажав на птицу, можно поставить ее на рогатку. О, белая. Матильда. Мне кажется, надо между паровозами бахнуть. Не. Дибрэп. Уху! Ха-ха-ха-ха! Блин, эта птица еще круче, чем черный. Ха-ха!
Разобрал паровоз. А, добивай. Блин, это так классно. Чирик-чирик-чирик. Это Матильда. Это белый-черный. Если ты понял, о чем я. Это белый-черный. Нифига себе, у тебя там ТНТ есть в заначке. Я буду озвучку добавлять. Эпичности не хватает немножко. Сейчас там донат еще 5000 не присылает. Вообще. И еще немножко. Все. Каждому, как говорится, по яйцу. Это точно не три звезды. Ну, по крайней мере, так кажется. Видимо, там как-то на одну меньше можно. Фига себе, тут маяк, смотри, стоит. И... да! Очков зато заработал немерено. И... опять динамит взорвался, свинья жива. Это такой один помятый. Чего происходит? Где все мои друзья? Че, ничего нету? Прямой наводкой. Но! Ку-ку-ку-ку. О, даже три звезды дали. Я слишком хорошо взорвал, видать, первую кладку. Куча беленьких в атаке на кучу зелененьких. И что тут бомбить, как я не понял? Наверное, вот сюда в щели закидывать или что? А куда? Куда ты полетела? Ха-ха-ха, там ничего нету. Хорош! Аж разорвало на части, пацана. На! И тебе сейчас сюда еще накину, в карман прям. Упс. Оп. Давай, расплющ его. Хорош, обострый угол прям копчиком. Супер. Три звезды. Ух. Что такое? Что за катавасия? Что это такое? Что за страшные конструкции? Пук. Пук. Чё, куда, как, я не понял, что это? Опа, кирпичом туда. На! Прям по шапке. Хорош. Май-май. На! Бетонной балкой второго придавило. Профессионал. Профессионал. Все через задницу, в смысле. Эх, жалко. Во, смотри, смесь черных и белых. И хорошо идет. Вот надо было вот в эту щелочку еще попасть бы. На! На! Ухо-хо-хо-хо. Так, а теперь наша задача точно туда же прям. Так даже лучше. Ах ты ж, чё ты гидароварническим ударом не накрыл, или как его там? Ну ладно, прошел. Чирик-чирик, победа. Две звезды. Какая-то неустойчивая конструкция жуткая. По идее, нам вот сюда бы кинуть яйцо, тут все взрывается и разлетается. Во, нормал. И палка его еще на, продавили пацана. Во. Я ж говорю, ТНТ какой-то бракованный попался первый раз. Все. 3-3-3-5-3. Три звезды. У игры можно уменьшить экран для удобства обзора.
Вау. Нифига себе. Ты читер. Тогда давай вот сюда вот. Ой, хорошо. Вот, только как туда теперь желтого засунуть? В эту щель. И вот прям. Ну, попал, но неудачно. Не до конца. На! Валяй! Бам! Но! Завалили самого большого и толстого. Так, что теперь с этим желтым делать? Надо его отправить в последний путь. Ушел пацан. Хороший пацан был. Но! А этому бомбу дам. Держи. Разобрана. Вся крепость в хлам. Витек победил. Завалили пуджа. Даже 3 звезды дали. Что за ролики? О, мультик! Завалили пуджа! Че я захрюкал-то? Блин, это так забавно, они там хрюкают, это же так клево. Давай посмотрим, что будет на следующем. Воу, что за космические войска тут происходят? В общем, надо попасть он в тот ТНТ, я понял. Понял и не попал. Понять и простить, ребят. Может, оно само там как-нибудь заиграет? Уже нет, да? На! Уху! Висел ухо, но мне это ничего не дало. Тогда вот сюда. На! Курица-убийца влетела в свиней и ничего не убила. Ну, в смысле, парочку зацепила. Прикольный уровень, кстати. Куда еще раз попробую быстренько. Сразу в ТНТ. Но! Да ты че выжил-то один? Как ты это сделал? Выживатор 3000 просто. На, бревном тебе по голове. Такими камнями так. Прикольно. Две звезды. Ну, потому что тут с одной птицей можно всех завалить. Если удачно все полетит. Так, погоди, я еще яйцо открыл. Помните, я еще яйца открывал? Где это было? Во, золотые яйца. Какой я? А, это я не прошел в прошлый раз. Это одной птицы надо как-то всех перебить. Только как, я не понял. Как это сделать? Может быть, с этой горки надо закинуться? О, почти! А мне кажется, наоборот, надо вот в пологую как-то. Мне тут пофиг нафиг. Вот так вот, смотри, на бреющем полете вошел. Ну что ж ты ж, как ты выжил-то один? Все, последняя попытка. Сказал последняя попытка и прошел! Да! Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу! Надо же, никогда не работала вот эта вот тема с последней попыткой. Angry Bird данули просто. Классно. Прям такая ностальжа. Надеюсь, у вас тоже. Лайки ставьте, в описании ссылочка на плейлист теперь появится. Но если хотите продолжение ностальгии, то обязательно нужно поддержать, да?
лайком, комментарием, обязательно комментарием, ребят, без комментария вообще никуда. Ну и поделиться с другом, с дочком. Чё нет-то? Слабо? Всё, всем пока. Do 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 do